Здравствуйте, меня зовут Гаврилова Юлия Вячеславовна, я представляю магистерскую программу юрист в органах государственной и муниципальной власти Московского городского педагогического университета. Эта программа является новой. Ранее мы с коллегами успешно реализовывали магистерскую программу организации деятельности органов государственной и муниципальной власти в городе Москве. Эта программа была востребована прежде всего в силу практической направленности подготовки юриста для работы в условиях московского мегаполиса, учета наиболее актуальных практик в данной сфере. Новая программа сохраняет все эти достоинства. Кроме того, она позволяет расширить тематику исследований, использовать дополнительные базы практик и более глубоко погрузиться в тематику, связанную с современным развитием публичной власти в нашей стране. Выбор тематики магистерских диссертаций всегда осуществляется прежде всего с учетом интересов магистрантов. Данная программа будет востребована прежде всего теми, кто видит свою профессиональную карьеру в качестве юриста в органах публичной власти, политических партий и других общественных объединений, публичных и частных компаний, также экспертов в сфере правотворческой деятельности. Для кого-то подготовка по программе сможет стать отличным шагом на пути к аспирантуре, активному началу исследовательской деятельности. Данная программа предполагает не только освоение дисциплин, прохождение практик, но и дает возможность принять участие в образовательных и просветительских проектах университета, активизировать свою научную деятельность и также приобщиться к культурному наследию нашей страны. Некоторые занятия по возможности проводятся на базе постоянных и временных выставок музеев в городе Москве. Наши магистранты активно вовлекаются в научную жизнь, участвуют в различных конференциях, круглых столах, которые организуются на самых разнообразных научных площадках, являются призерами и победителями многочисленных конкурсов. Магистранты и преподаватели являются соавторами научных трудов. За последние несколько лет мы совместно подготовили две монографии, посвященные публичной власти в городе Москве. Вступительный экзамен в магистратуру проходит в устной форме с применением дистанционных технологий. Подробную информацию о правилах, о датах приема вступительных экзаменов можно найти на сайте приемной комиссии Московского городского педагогического университета. Будем рады видеть вас среди наших магистрантов.